Эти съемки сделаны через иллюминатор корабля «Гемини-2», установленный на его борту камерой. Фильм воспроизводится в 4 раза быстрее нормальной скорости. Все отлично. А вы как? «Гемини-4», говорит Хьюстон. Роджер, возвратные двигатели запущенные? Да. Роджер, погода очень хорошая, Джим. Отлично. Связь с землей прерывается, но магнитофон на борту корабля работает. Мы слушаем, как два человека возвращаются на Землю, проведя 4 дня в космосе. Мы проходим слой ионизации. Вероятно, нас уже не слышат. Вот и Флорида. Это же Флорида. С твоей стороны видно? Да. Мы раскалены до красна, Джим. Сядь, расслабься. Больше мы уже ничего не можем сделать. Не знаю, слышно ли меня сейчас, но этот парашют просто великолепен.